Привет, 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 дружище, усаживайся поудобнее. Сегодня выходила прокачка, не прокачка на пельмени. Сейчас выйдет прокачка на моем основном аккаунте. Видео выпускаю поздно и не переношу его на завтра, чтобы было больше просмотров. Вот я знаю, что кто-нибудь из вас ждал, кому-то важно и ночью получить видос, да, потому, пожалуйста, поддержите это все дело лайком и оставьте пару лишних комментариев. Там, состоящих из четырех слов, буду вам весьма благодарен. Как вы понимаете, я задонатил на купон. Это, знаете, такая тупая херь от разработчиков. Там это магическая рулетка. Первый день падает всем разные какие-то штуки, но потом на следующий день обязательно вот так вот рандом складывается, что всем подряд выпадают именно купоны. Ладно, забрал я купон, получаю самоцветы и получаю штуки. Чем мы сегодня будем заниматься, друзья? Правильно, расчехлять пельмени и кушать, потому что без еды мои видосы нефиг смотреть. Чаечек, еда, пельмени, что вы там сейчас кушаете? Также пишите в комментариях. Байчу вас! На княжеские лайки и на комментарии, как могу, друзья. Все последние новости, если что, узнавайте у меня в телеграм-канале. Ссылку оставлю в описании. Иногда провожу секретные стримы на Твиче, ну а сегодня будет рассекреченный стрим на Ютубе сразу после того, как выйдет это видео. То есть досмотрели, идите сразу стрим смотреть, потому что будем там битву гильдии проходить. И будем еще, знаете, что делать? Будем прокачивать пельмени. Ладно, а сейчас прокачаем Веслоухова, потому что нужно, елки-палки, силу набить. Я вам сейчас все объясню. Посмотрите видос там, где я донатил на Веслоухова, там, где я рассказывал, что у меня не получилось достать механоида альфа. Так, нам дали эти ништяки для прокачки... Для прокачки смотрителей новых. Сейчас мы их возьмем и прокачаем. Вот, сегодня будем моего эпик-героя качать, еще будем просто силу качать. Так что вот такое вот видео. Единственное, что мне нужно найти это здание, вот оно. Смотрители, давай, смотрители, заходим сюда. 21 уровня. Так, можем улучшить? Да, можем улучшить, у меня даже 140 камушков. И так, у меня 110 тысяч силы, да? Лям 110, засекаем, друзья. И теперь у меня... лям 111 тысяч силы. Блин, я что-то надеялся на больше. А здесь что улучшить? Ну, здесь у меня не так много камушков. Да, 111 тысяч силы. Ну ладно, это все ерунда. Потом, знаете, я настолько психанул с этими эпик-героями, что я реально... как бы вам, друзья, объяснить? Я... А, еще ништяки сегодня откроем, да? Опа, 10 тысяч самов. Я так психанул с этими новыми эпик-героями, что просто на них положил болт. И я даже забыл про тот факт, что не обязательно плюс 100-500 повторок, чтобы сделать вторую эволюцию. Ну, знаете, на первую эволюцию одна повторка, на вторую три. Тут, оказывается, надо по одной. Потому мы сегодня эволюционируем моего эпического героя, качнем силу. Еще доп откроем. Я уже не буду держать свободное место. Сколько можно, нужно силу качать. Вот. Я держал место под механоида альфа, но, видать, не судьба. Потом как-нибудь его куплю. Потому что, ну, елки-палки, 25 осколков осталось на него. А, так, что-то я хотел сделать. Ладно, я забыл, что я хотел сделать, но по этой причине мы тогда откроем ништяки. А, я хотел эти мастерские елки-палки подземелья пройти, а то я все забываю, друзья. И это, конечно же, плохо. Так, открываем книжки. Книжки, знаете, они никогда не будут лишними. Посмотрим вообще, сколько сегодня получится качнуть силы. Я еще планирую судьбу посмотреть. Потому что по судьбе я там тоже что-то могу прокачать. Должно уже было что-то взять и поднакопиться. О, ну, надеюсь, 120-ку. Ну, может, 120-ку сделаю, если повезет, если бог рандома поможет. Кто-то мне что-то пишет. Замечательно. Так, окей. Ба-бам. Дальше. Не останавливаемся. Ну, тут как бы... На этом аккаунте неинтересно открывать эти карточки, друзья. Снеговика получили. Тут как бы большинство ресурсов неинтересно, ребят, к сожалению, открывать на этом аккаунте. Вот на пельмени интересно, да, тогда, ну, что же мне выпадет с этой карточки, да, там, какого-то легендарного героя. А здесь такое себе. Так, почтение. О, у нас еще один пакетик с книжками. Так, ну отсюда давай. Ну хотя бы 5 карточек выпало, что отсюда упадет говно. Неудивительно, редкий славный сундук. Оттуда нам что-то тоже упало. И мешок прайм. 10 осколков фанатика. Слушай, неплохо, неплохо.
Так, не будем это зачищать. Дальше, что я хотел сделать? Давай мастерские испытания, мастерские подземелья пройдем, а то я забуду. А хотя на стриме пройду, что это? Я все равно сейчас много тут не вырублю. Так, заходим в эпик героя. Вот. Я там еще даже не все прокачал, то, что надо было прокачать. Руны, снаряжение, судьба. Так, судьба здесь, конечно, слабая. Подожди. Так. Короче, там еще одна херобора. Еще одна херобора была, которую я так на нем и не прокачал, друзья. Понимаете? Здесь я могу дальше улучшить. Вот. Судьба, подожди. Там же еще какие-то эти созвездия. А, это подожди. Это, походу, в этом, в гребаном, в смотрителях. Улучшить фракции героя. Так, а нет, не то. Короче, блядь, пишите в комментариях, где копаться, а то я в рот шатал это все. Окей, меня просто, понимаете, у меня антипатия к этим эпик-героям. Мне уже вообще даже в них разбираться не хочется, потому что это такой долбоебизм разработчики вели. Но сейчас сделаем эволюции. Вот, давай, у нас, видишь, у нас есть две повторки. Так, у нас есть первая эволюция. Добавляем опыта. Я даже по факту уже и не помню, как его собирать надо. Ну, такой немножко бесполезный герой. Так, это мы тоже тратим. Ну-ка. И это мы тоже тратим. Усовершенствовать не можем. А, ну конечно, купи 1500 слизи. Мне же, блядь, их не хватает, да, ребята? Мана у нас максимально. А вот золото, что золото? А, золото есть, слава яйцам. Слава яйцам. Так, просветик ему качать-то, конечно же, не надо. Все на максимуме. Мы его усовершенствуем. И давай ему 5 уровней. Раз, два, три, четыре. 5. Добавить опыт. Эволюционировать. И да, видишь, только одна повторка нужна. Ну, хотя бы в этом. Хотя бы тут разработчики задумались. Ну, пипецос полный, понимаете? А то полный пипецос. 10 тысяч книг зеленых. Вы прикиньте. Так, синие пошли тоже, давай. Красные пошли, давай. Ай, и снова нам чего-то не хватает. Тем временем сила что-то. Сила как бы, что-то пацаны вообще как-то не растет. Ну, подожди, мы еще допы откроем. Но что-то как-то силушка вообще... Вообще что-то ни о чем. Ну, ничего, нормально, прорвемся. Так, все, максимальный уровень. И это означает, что мы, по идее, ему даже можем прорыв прокачать, да? Давай-ка мы ему долбанем прорыв. У меня 12 тысяч камней пламени, да? Не знаю. А я не знаю, какой ему прорыв качать. Я не знаю, может... Может, 20-й? Или 15-й? Как бы он у меня так толком-то использоваться не будет. Вот тут, конечно, большие, ребят, вопросы по поводу того, какой ему прорыв прокачивать. Ну ничего, пока прорыв качается, скоро вернусь. Так, ну все, вроде 15-й прорыв есть, друзья. Пока что 15-й, дальше буду думать, что мы еще можем ему сделать. Мы его можем аугментировать, снаряжение получить, улучшить, да, все стандартно тут мы. По максимуму сделаем лучше. Давай, полетели. Так. Все, есть аугментация. А, ёб твою мать. А, тут можно эту хурму использовать для аугментации. Аллилуйя. Я уже думал, нельзя. Так, созвездие. Так, поменяем ему, не знаю. Наверное, какой-нибудь священный суд. Ну, что-то такое. Ну, что-то на жизнь, наверное, не знаю. Надо потом думать, может, там его как-то по-другому пересобирать. Ну, я, знаете, там на какие-то высокие позиции топа не претендую. Мне бы тут битва гильдии, да, Нарсия. Вот мои локации на основном аккаунте, как говорится. О, священный суд, давай, пока что иди сюда. А дальше, что мы еще можем сделать? А, созвездие. Блин, я не помню вообще, какие на него созвездия ставить. Блин, давай уклон. Давай уклон, если выбьем, да?
Вот, если выбьем. Я уже, понимаешь, я уже забыл вообще, что он из себя представляет. Хотя там записывал прямо видео. Наносят 10 случайным героям противника урон в размере 420% от атаки, уменьшает их атаку на 27% в течение 15 секунд. Этот герой получает на 40% меньше урона, когда атакован с шансом 80%, накладывает на ближайших вражеских героев блокировку на 4 секунды. Нельзя снять. Ну, короче, ладно, похер, давай. Хотя, типа, может кто-то в комментариях сказать, нет, уклон такой себе, да, типа, ему выгодно, чтобы по ему лупили, да, вообще похеру. Так, погнали. Хотя уклон, конечно, тут собрать намного сложнее, да, чем ребята, чем ту же точность, но мы попробуем. Ты посмотри, просто все точность выпала. Давай. Давай! Ну, вообще пятый уклон не падает. Или я, может, уже пропустил, но я не знаю. Так, что мне кто-то написывает. Окей. Летим дальше, не останавливаемся. Бля, может, ему точно, реально точность поставить? Давай попробуем. Еще похеру. Атака, бля, что-то меня запарило. Давай точность ему. Уже я чувствую, знаешь, я просто вспоминаю, у меня там еще мисс магия до сих пор уклон не получила полный, да? Давай пока. Вот, смотри, вот как назло уклонение начало падать, да? Ты смотри, какая падла, а? Ты смотри, какая падла. Ты смотри, какая... Ну ладно, давай тогда уже уклон. Мне кажется, они подкрутили уклон. Ну, по крайней мере, на моем аккаунте, потому что это просто пипец. Если самоцветы останутся, мы еще паролем на... О, тогда точность сейчас падает, да? Ну, как бы... Я решил уклон собирать, потому сейчас будет падать точность, да, блядь? Вы уроды, просто вымораживаете меня, бесите, скоты. Ненавижу вас, IGG. Ненавижу. Всем сердцем ненавижу. Давай. Господи, да что ты, ну как ты? Я еще ролю по дешевому. О, выпал. Хоть что-то. Это я, видишь, еще по дешевому ролю. Да, давай там. Я ж не хочу 6 там уклонов пятых собрать. Дайте мне, ну как бы. По-братски. О, по-братски. И еще дай уклон, и все, я буду счастлив. О! В коем-то веке я не потратил 200 тысяч самоцветов на сбор уклона. Ёб твою мать. Так, давай здесь пятый уклон по-быстрому. Быстро прилетел мне, давай. А то сколько можно уже мучиться-то, а? Сколько можно уже мучиться-то, а? Точность. Давай, где пятый уклон? Ёпта! О, нормально, все. У нас теперь там получается... Да, пятый священный суд. Окей. Это нормально, 116 тысяч силы, уже он что-то из себя будет представлять, дальше я буду думать, короче, куда и что я потрачу. Улучшение атрибутов пока что. Что у меня вообще? А, это у меня доп ронин засунут. Это как бы не то, но здесь надо будет пересмотреть. Вот. Здесь надо будет пересмотреть. Ладно, там на стриме уже поковыряемся. Пока что с ним все. Пока что с ним все. А дальше что? Ну, самоцветики потом дотратим, да? Здесь у нас книги. Он так нормально книг дал. Так, это мы забираем. Ну и давай какого-то допа выберем, откроем. А потом займемся судьбой. Так, ладно, герои. Что там? Кого я там вообще открываю? Черепов, наверное, всяких, да? Давай вот этого. Ладно, откроем. Говнюка. Не знаю, что там у меня с ронинами. Не хочу долго искать, мучиться там. Так. Ну и где ты? Вот ты где. Давай улучшаем навык. Опа, тебе делаем, да? Опа. Опа. Сила растет, как на дрожжах, пацаны. Давай. Допчик идет по полной программе, как говорится. Не останавливаемся. 160 уровень. Уже не хватает, но ничего. Мы сейчас быстро ему просвет долбанем.
Так, уже 117 тысяч. Уже 117 тысяч, друзья. Нет, десятку по-любому долбанем, даже больше. Даже больше, потому что у нас еще камни прорыва остались, ребята. Вот, конечно, сейчас мы не допом прорыв будем, да, прокачивать. Но все равно какой-то плюс от силы. Было бы выгоднее на всех допов, да, там поровне раскидывается. Ну, в плане прокачки силы. Но мы как бы пока вот так вот. Давай, давай, сейчас нормально будет, все, расчехлим, прокачаем, вообще отлично будет усовершенствовать, давай, замечательно, добавить опыт, давай, вот так вот, и сейчас мы можем сделать эволюшн, давай, здесь мы сделали, эволюционировать, повторок не, а, у нас даже есть повторки, давай, есть, так, улучшаем, продолжаем, не останавливаемся, друзья. Давай я от этих книг избавлюсь. Или не знаю, от этих книг избавиться. От каких-то книг надо избавиться, чтобы листать меньше. Чтобы, как говорится, листать надо было меньше. Ага, все, здесь не хватает. Быстро сюда заходим. Золотишко хватит. Мана хватит. И как бы и нормально. И нормально. Так, усовершенствовать. Летим дальше. Улучшить навык, добавить опыт. Давай. Давай от этих книг избавимся. Опа. Опа. Ну, давай. Что-то. Опа. Усовершенствовать. И тут сколько нам? Буквально 5 уровней. Да. Руны. Просветик, просветик, просветик. Ребят, не забываем. Ой, у нас даже эти закончились. Кристаллы, прикинь. Ну-ка, давай. Вот. А, что, эволюционировать не могу. Вот теперь могу. Вот теперь все хорошо. Эволюция есть, улучшаем. 99-й. Так, сюда 370 книг. Ой, все, все! Все позаканчивалось. Все позаканчивалось. И синие кристаллы тоже закончились. Но я не знаю, они где-то у меня должны быть. Не может же быть так, что они взяли и все кончились. А нет, смотри-ка, может быть. Они кончились. Ну давай, продаем. Продаем. Да, и тут я, по сути, их все тоже могу продать. А, ну, в принципе, я их и продам. Вот. Я их и продам. Что у меня по синим этим камням? Теперь 26 миллионов. Нормально, живем. Еще живем. Усовершенствовать. Улучшить навык. Так, не останавливаемся. Все, от этих книг избавились. От этих книг избавляемся. Золотые пошли. Золото закончилось, ничего, прорвемся. Так, сюда заходим, золотишко хватит. Ману, как говорится, хватит. Так, ну-ка, что у нас тут? Усовершенствовать. Да, детка, и давай максимальный уровень, готово. Плюс 170 силы, руны, просветики, просветики делаем. Так, снаряжение там все есть, судьба. Ну, похер на судьбу. Так, типа допа прокачали. Единственное, что мы ему не прокачали, это прорыв. Потому как и всем допам у меня сейчас на аккаунте, мы ему делаем 10-й прорыв. Так, ребята, прокачал ему 10-й прорыв. Вот, все как бы... Все нормально. Все замечательно. Уже 121 тысяча силы. Но я думаю, что... Так, ладно. Камушки прорыва мы, ребята, оставим. Они нам еще пригодятся. Вот. Потом узнаете, почему. Может быть, в следующем видосе вы активнее ставьте лайки. Чем больше будет лайков, тем быстрее узнаете. Будет прикольное видео. Ну, а сейчас. Сейчас у нас проверочка судьбы. Давай-ка мы, насколько можем, улучшим судьбу, ребята. Ну, 11 тысяч качнули, но это пока что не предел. Это пока что, друзья, не предел. Смотри. Судьба. Так. А, и как бы, да, дальше я уже... А, здесь я могу, но судьбы не... Ага. Ага. Радует, что вот эти вот камушки можно, да, использовать. Ну, окей. А здесь как бы с судьбинушкой все грустно. Так. Но мы можем поковырять судьбу других героев. Допустим, Минос. Судьба. Не хватает, да, у него? Ладно, здесь тоже не хватает, тут тоже не хватает. Тут, о, у лисы хватает. И мы можем лисе сделать, грубо говоря, 15-е умение, да?
обмен, давай этих камней купим немножко, чтобы было. И теперь смотрите, ребзя. Так. Вот, все, смотрите, у меня лиса будет максимального умения, ёпта, улучшить. Да. А, еще знаете, что я забыл, ребзя? Я забыл этому додику, где-то он у меня тут был, сделать умение максимальное. У меня, то есть, где-то сейчас этот душегуб с маленьким умением. Ёлки-палки. А, так, этот риант. Этот риант. А где этот душегуб-то, а? Где его мне сейчас найти? Я все такое, надо не забыть, надо сделать, и забыл. Молодец, дец как мало, так. А я его сейчас и найти не могу, а вот он. Так, а и талант я ему еще не поставил, ты смотри-ка. Так, улучшить навык предмета. О, кстати, от этого всего надо избавиться. Раз появилась у нас такая возможность. Избавляемся. И вот так вот, бац, хватит. И па-бам! 780 плюс силы. Здесь мы открываем второй талант. А здесь просто берем и коробку. Коробку долбим. Коробку открываем. Заменяем. И просто берем. Сейчас это все дело улучшаем. Вот даже эти камушки есть. Но эти уже использовать не буду. Там их надо потом как-нибудь куда-нибудь пристроить. Смотри-ка, здесь нормально все. Дальше, теперь проверяем судьбу, ребята, у героев. Судьба. Так, у нас уже 122 тысячи силы. Так, что, где, какого... О, лиса красавица на максимуме. Смотри-ка. А, тут все. А тут хер ты, проверяй, не проверяй. Да, типа, у меня снова эти... У меня снова как бы закончились-то у меня камушки блатные. Да, если только где-то что-то, как-то судьба какая-то... Возможно, да, прокачка. Вот здесь, возможно, прокачка, смотри, да. Мы, ну не знаю, давай не повторим. Вот так вот используем. Улучшить, 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 улучшить. И все, я как бы и дальше не могу. Камни закончились. Но это надо реально, это долго надо ковыряться, это надо проверять. Давай здание проверим. Информация, стиль. Максимум, да. Так, где-то, может, мы что-то можем улучшить, друзья. А может и не можем. Потому что как-то скины на здание как-то очень криво падают. Я жалею, что в свое время не воспользовался акцией «Собери сам», когда там скины на здание за копейки можно было купить. Так бы силы я себе еще больше пустанул. Так, ладно, с этим фигня, со скинами на героев, я думаю, тоже сильно сейчас париться не надо. И у меня остается 22 тысячи самосветов. Это значит, знаете что, это надо попробовать, сука. Попробовать доролить здесь ёперное это созвездие. Потому что сами знаете, что это просто пипец. Я уже не знаю, 120 тысяч самосветов слил, наверное, чтобы здесь пятое уклонение выбить. Вот у меня сейчас двадцатка есть, да? Вот сейчас посмотрим, получится у нас выбить или нет. Потому что это жесткач полный, друзья. Ну, как бы нам вы вот помните, да, как я собрал этого уклона на эпик героя, помните? А теперь смотрите. Так, остается 17 тысяч. Остается 16 тысяч. Остается 15 тысяч самосветов. Четвертый уклон выпадает. Просто я вам говорю, атака пятая. Это проблема. Вот кто следит за моим каналом, кто смотрел эти видосы, я уже не знаю, сколько попыток у меня было мисс магии наролить это уклонение. Это уже, знаете, это я просто тупо на принцип иду. Вот просто тупо на принцип иду, потому что я уже не знаю, что делать. То есть это жесть какая-то. Да. Ну просто... А, все, я уже больше, чем половины самоцветов потратил. То есть я уже потратил 12 тысяч самоцветов. Нету просто. Это, ну, типа, это как? Это IGG, сколько я еще самоцветов должен потратить, чтобы здесь пятый уклон выбить? Ёбаный ты! Вау!
Господи, 130 тысяч самоцветов, и наконец-то созвездие собрано. Хотя я даже боюсь, я не знаю уже сколько. Давай даже за... Ребята, ну тут вы должны меня поздравить. Ёперно. У меня получилось... Ну, короче, пустанул 12 тысяч силы. Как бы еще прорывчики остались, но скоро... То есть, камни пламени. Ну, скоро узнаете, куда я их потрачу, ребята. Не переключайтесь, ставьте лайки. Жду вас сегодня на стриме. И не забывайте, там, всякое всячина у меня в телеграм-канале. Всех целую, ребятушки. И всем пока.